И в том числе Кидване сейчас выступят, собственно, буддийские монахи, которые тоже не могут пережить хотя бы один день, чтобы не танцевать. Поэтому их танец сегодня для вас. Цепляние за свое «я» — это жизнь и смерть. Без самодисциплины, без медитации и мудрости глупо думать, что выучив их, вы освободитесь из колеса рождения и смерти. Это этап интенсивной практики. Здесь требуются все силы и сосредоточения.